Арестован и экстрадирован в Германию. В Висбаден доставили гражданина Ирака, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы. Его арестовала полиция Ирака по запросу немецких коллег. Подробнее Татьяна Лугунова. На самолете из иракского Эрбиля во Франкфурт, а потом на вертолете в Висбаден. Немецкие полицейские под конвоем доставили в Германию иракца Али Башара. Здесь его обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы Сюзанны Фельдман. Девушке было 14 лет. Это убийство шокировало всю Германию и меня лично. Нас всех глубоко тронули страдания, которые переживает семья девушки. Могу сказать одно. Хорошо, что подозреваемый задержан. Сюзанна Фельдман пропала без вести в конце мая. Полиция объявила ее в розыск. А спустя две недели тело девушки нашли на заброшенном участке железной дороги в Висбадене. Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался 20-летний гражданин Ирака Али Башар, который прибыл в Германию как беженец. Но когда полицейские нагрянули в приют, где жил Башар, оказалось, что он с родителями спешно улетел в Ирак. Уже там его арестовали полицейские. Он рассказал, что был знаком с девушкой, якобы они гуляли в лесу, выпивали. А потом возникла ссора, и девушка пригрозила, что позвонит в полицию. Башар испугался, ведь она была несовершеннолетней, и попытался убедить ее не делать этого. Когда не получилось, он задушил знакомую и спрятал тело. Сейчас Башара допрашивает немецкая полиция. По прилету в Германию суд поместил его под арест. Эта трагедия не только шокировала немцев, но и актуализировала много вопросов. Например, почему подозреваемый, которому полтора года назад было отказано в убежище, остался в Германии так надолго? Почему затянулось рассмотрение его апелляции? Или как так получилось, что все расследования против Башара закончились юридически ничем? А за последний год он несколько раз попадал в поле зрения полиции по подозрению в драке, грабеже, незаконном ношении оружия и изнасиловании. Пока правящие политики обещают разобраться, оппозиция требует сделать выводы. Депутаты от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» уже призвали Ангелу Меркель пересмотреть миграционную политику, а лучше уйти в отставку. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».